Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Хальди, и сегодня мы с вами продолжаем приключаться, что бы нам съесть, в мире Don't Starve. И сегодня мы, когда более-менее как-то осели, разбили более-менее пристойную базу, самое время отправляться на поиски деталей, которые унесут нас отсюда подальше, в какие-нибудь более теплые края, я надеюсь. Поскольку из приключений я пока что видела только игра началась, вот Король Зимы, у нас остались еще Архипелаг и Холодный прием. И то, и другое, в общем, ну, там явно теплее, чем здесь. Хотя Холодный прием — это тот еще гадюшник с лягушками и ранней зимой. Но нам ли быть в печали, Уилсон? Слушайте, а может быть, пока не будем ему восстанавливать психику? Если мы опять наткнемся на эти черные обелиски, нам же наоборот нужно будет ее понижать. Пока что у нас этих активных галюнов нету, агрессивных, активно-агрессивных. Я думаю, что можно и походить так. На ресурсах, если что, нам хватит на... Ну, ягоды надо собирать, они, в конце концов, второй раз не вырастают, и морковка тоже. В принципе, ресурсы тоже, но неважно. В общем, еду я буду собирать, если увижу. Так, нам для начала нужно очертить границы этого острова. Или хотя бы понять вообще, что это такое. Может быть, нам фартанет, и тут не будет обелисков. Хотя, если все содержимое приключения «Игра началась» полностью дублируется, там меняется только карта, то я думаю, тут такой роскоши ждать не приходится. Так, яйцо у тебя уже посинело. А, нет, это тоже болото, по которому мы бегали. В принципе, можно забабахать. С другой стороны, я подумала, тут такая огромная карта, тут дофигища ресурсов. Так что, в принципе, тут можно особо тоже не торопиться. По чесноку так, если. Можно разбить вторую базу где-нибудь. Только не на болоте. Ладно, давайте в лес пойдем. Там, по идее, где-нибудь должно быть поселение свиней. Сделаем там вторую мини-базу с казаном, тоже чтобы мясо можно было готовить. Точнее, не мясо, а вот мы набрали ягод, всего остального. Чтобы это не просто так есть. Так, тут дорога будет волосать сейчас. Я ее, правда, не вижу. Но она тут есть. А, нет. Тут ее нет. Подожди. Вот где-то тут она. Вот она. Куда она у нас ведет? Пошли вниз. Около дорог, как правило, нас всегда ждет Честер. Так что мы тут не просто так ходим. Так, подожди. Это мы сейчас завернем в лес. Пойдем на восток тогда. Ты где? У нас, кстати, на какой костер хватит? А, на любой. Тогда сделаем, наверное, каменный. Но пока что, Уилсон, сколько можешь, беги, пожалуйста, без костра. Чем дальше наша база будет от первой, тем лучше. Потому что вплотную их строить смысла особого нету. Не жалуйся. Почему ты один? Куда ты дел своих товарищей? Уилсон, потерпи еще немного, пожалуйста.
Вот оно. Всем привет. Но я знаю, что в полночь, в смысле в полнолуние вы обращаетесь, так что слишком близко к вам я тоже не хочу быть. Хотя, ладно, черт с вами. Все. Успокойся. Все в порядке. Так, а что нам нужно для казана? Три камня. Черт, мы сбросили каменные блоки в сундук. Угу. Понятненько. Так, ты погрелся? Давай пока вечер еще походим. В принципе, мы как раз, я так понимаю, что это одно и то же поле. Посмотрим. О, пауки. Ребята, я вам помогу. Так, тут много ягод, отлично. Ну и в принципе тут милая деревенька. Так главное, чтобы сегодня не полнолуние было. Тут будет досадно. Прийти и сразу так нарваться на неприятности. Так. Нет, только половинка луны. Так, стоп, здесь дорога обрывается. Ну, нам по-любому нужно. Я не помню, а к переходам дороги обязательно ведут или они могут быть в дикой местности? Ладно, проверим все. Уйди, глазастые. Нам в ближайшее время лучше найти или обелиск, или начать собирать цветы. Я где-то до 70, наверное, подожду. Если ничего не найдем, начну как-то восстанавливать. Так, кстати, о птичках. Я слышала, что спальный мешок как-то помогает. Правда, мы в любом числе не дохнем от голода. Но. Голод нам пока что с таким количеством кроликов не грозит. Тихо-тихо. Может, попробуем? Хотя нет, не надо. Привет, Свинтуса. Привет. Ты, надеюсь, не ешь кусты? Ты же не мой соперник. Это индюшка противная. Так, ладно, бери бибикалку. Исследуем все, хотя я, честно говоря, не припомню, чтобы из леса выходил какой-то перешеек. Но чем черт не шутит? Лес. Пауканы. Так, вон какой-то берег еще. Еще интересно. А, нет, это не берег, это... Это то же самое поле. Но все равно нам важно очертить карту. Чтобы знать, с чем мы имеем дело.
Да, и вот сейчас они, по идее, где-то должны сойтись. Или не должны. Нет, должны, должны. Так, камень. Раз мои блоки от меня далеко, попробуем собрать как-нибудь из тебя. Да, сходятся. Так, 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 так. Тут вряд ли будет переход. Успокойся, ради бога. Можем, в принципе, сейчас... Нет. Так, давайте пробежим насквозь, немного побегаем по болоту, и хотя у нас уже яйцо синее. И вернемся на нашу базу. Камень. Просто чтобы у меня даже не было каких-то мыслей, что я что-то оставила позади такое. Да, тухлая восстанавливает уже. О-о-о. Так, пойдем. У меня сейчас есть замечательный ледяной посох. Блин, тут же везде лес, как я его найду? Я уже не могу найти второй след. Так... Ладно. Так, еще раз, куда он смотрел? Где он вообще? Так. Вот, пальчиками сюда. То есть вот нужно бежать вот конкретно так. И... И ищи как хочешь. Так, мы вообще на болото шли, Уилсон. Вечно ты куда-нибудь сворачиваешь. Ой, 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 я знаю, куда приведут циклопа. А потом сделаю себе цилиндр. Так, и сейчас ты начнешь холодать. Можем, в принципе, запилить еще одну каменную лагерную. А что это будет круто? Как раз далеко друг от друга все. Говоря, на болоте не особо хочется так-то. Так. Слушай, у меня есть идея. Огонь очищает. Вот тут зеленая местность. Следовательно, тут не может быть никаких тентаклей. Так, мы ровно стоим. Вот, да, вот где-то вот тут. Красота. Везем с собой кота. Грей яйцо свое. Немного пробежим еще по этой дороге. Так, вот у нас тут лагерь, тут и у свинюшек. Прям почти что равносторонний треугольник. Вот это тупой угол, а это два острых. Не обращайте внимания на меня. Просто немного волнуюсь. Так, селитру сбрось. А вы не подходите, ребят. Вам ничего не обломится. У нас проблема. Хьюстон Уилсон, у нас проблема. Так, на факел нам, если что, хватит, да? Мы его потащим вот по лесу.
Замечательно. Да, очень страшно. И ты очень страшный. Тебя, по-моему, бьют. Главное, чтобы циклоп не попёр на базу. Но он вроде где-то неподалёку. Чувак, можешь приходить даже ночью, хотя лучше утром. Я тебя сама найду. Птички, а вы не боитесь, что что-то большое? Так, блин, из разных наушников теперь звук идет. Знаешь, таких людей, как ты, называют нехорошим словом. Погаси пока. Я не пойму, он что, решил, что Джонни Уилсона так легко заломать? Подожди, сейчас будет день, вот он немного раньше пришел, чем надо. Только не уходи, он попер куда-то в ту сторону. Вот я тебе сейчас устрою. Нагревает солнце. Если что, можем еще один костер развести, хорошо. Давай утро скорее. Нагрейся до оранжевого. Так. Сейчас будет утро, только не потерять его, только не потерять его. Я ему устрою. Как маленьких обижать. Я тебе сейчас дом. Куда он пошел? Блин. Ага. Так, подожди. Где он? Мы же только что шли навстречу друг другу. Олень, ты где? Олень, твою дивизию. Так он где-то здесь. Ненавижу такого оленя, золото первое. Кит, если бы он ходил по лесу, мы бы тут уже нашли кучу бревен. Козел. Смотри, какой козел Уилсон. Ну где он? Почему я его не вижу? Он хоть останавливается, хоть иногда. Блин, в прошлый раз, я помню, мы слышали его шаги очень с далекого расстояния. То есть не факт, что он даже где-то на болоте сейчас. Ладно, с Том пока бегаем и исследуем территорию. Так, возьми топор. У тебя есть топор? Да. Сруби это дерево на дрова. Ненавижу оленя. Это прямо
Аж дрожу, как ненавижу. Лис везде целый. Значит, он отсюда не уходил. Это внизу, что ли? Оу, oh, yeah. Ты чё? Отсон. Да, пошли со мной. Смотри, даже я могу подождать. Ой, это было близко. Так, где тут пауканы? Я тут. Так, мимо пауканов проскочили. Он к паукам пошел. Ай-яй, это уже плохо. Так, энд. Ты, мать твою, где? Я могу сделать костер где-нибудь тут. Нет, пусто. Так, где у нас костер был? Сейчас мы подойдем к этому месту. Это было близко. Это было неприятно близко. Давайте съедим грибы. Быстро грей свои яйцо. А, у нас заяц кончился. Блин, второго нету. Так, ну он уже нормально так деревьев наломал. Если ему сейчас хватит тупости пойти в лес. Садился. Так, быстро сбегаем в лес за дровами, которые он нам любезно оставил. Вы отвалите, блин, он не стал их бить. Точнее, мне, чтобы его по прямой провести через их логово, и то не факт, что он сломал бы, только шагая по нему. Понадобилось очень много бы усилий. Стоп. Чё он встал около моего костра? Алин, ты только не бесись, пожалуйста. Возьми обычное копье. Так, хорошо. О, сцепился с этими щупальцами. Только он, конечно, завалит их. Но мне бы тут протянуть день. Успокойся. Чё ты приклеился к моему костру, придурок? Ты к нему неровно дышишь, что ли? Сначала ты пытался... Сначала, точнее, ты первый костер грохнул, этот ты
лучше отвали. По-хорошему прошу. Сейчас будет утро, мы с тобой опять пойдем в лес. Не волнуйся, мне нужно мясо. Так чего еще можно скинуть такого? Бильбаки, что это? У меня нет времени на забавы вроде это. Я не знаю, что это такое, Уилсон. Пусть пока полежит. Ты грейся. Стоять. Так, где тут ближайший лес? Налево. Да-да, ты меня почти догнал. Ой-ой. А вот это опасно было сейчас. Так, не даем себе загнать в угол. Он по мне не попал только. Мне тоже по лесу тяжеловато бегать. Смотрите, он меня не прощает. Блин, это прикол, что ли, такой энд? Так. Иди сюда. Да нет, это какой-то старый маразматик. Стоять! Лол. Как он прошел сейчас эти деревья? Балерина, что ли? Уже два дня. Два чертовых дня. Валим деревья, а это все нет и нет. Как это может быть? Нет, тут еще много деревьев, парень, я не отстану. Ты меня плохо знаешь. Нам нужен нормальный костер. А для него нужно только пару камешков. Золото не нужно. Брось. Слушай, олень. Давай договоримся. Ты же не будешь больше грохать мой лагерь. Правильно. Нефиг ему тут расти. Я тебя очень прошу. Я понимаю, что я тебя бью иногда. Ты больной, что ли? Уилсон, он болен. Я, блин, что, его строю каждый раз, чтобы ты его свалил? Как ты думаешь, тупая башка? Не бей его сейчас. Это не надо. Нам не надо. Может оставить его в покое, но он уже столько деревьев повалил.
Он обязан скоро сдохнуть. Так я поняла, он не терпит около себя ничего сложно построенного. Приятного аппетита. Так, нет, мы, конечно, можем его до бесконечности водить по всем этим лесам, но я расстроена. Я расстроена пофигизм моментов. Ну и что ты мне показал свою стойку и ушел? Иди по лесу походи. Ого. Так, скоро надо что-то делать с головой. Надо будет потом идти собирать цветы. Или искать выход. Выход, скорее всего, где-то... Ну, с леса вряд ли он будет. Скорее всего, где-то тут. Так, ладно, еще один день посвятим этому оленю. Потом займемся серьезными вещами. Пойдем пока на разведку сбегаем, глянем, что тут есть. Вот же вроде тут какой-то щупальце завали... Ага, так, грибок. Грибок, это хорошо. Ага, вот тут мы не были. Ну, у нас уже кролики поехали. Конечно, бревнами он нас обеспечил, за это ему большое спасибо, но... Так, Уилсон, я не хочу, чтобы ты был сумасшедшим, по крайней мере, сейчас. Так, эти звуки исчезли наконец-то. Уйди. Так, зачем завтра хватаем этого оленя, и нам по-любому нужно идти сюда, так что мы его потащим просто за собой. Угу, полнолуние. Свинок, наверное, сейчас весело в лагере. И не иди к моему костру, ты его рушишь. Я на тебя обижена. Был бы ты нормальным, мы бы просто сели около костра, спокойно поговорили, может быть, подружились бы, ты бы мне помог найти то, что мне надо. Ты бешеный какой-то. Мир 2. Наконец-то я вижу эту надпись. Главное его еще утром найти, он куда-то вверх ушагал. Как назло. Пусть он вернется. Что-нибудь построить, раз он так на это неадекватно реагирует. Так, ага, мы можем, кстати, немного залезать в свои раны. Прям хорошо так, подожди. Так, пока хватит. Лекарство не пропадает. Ну что ты, где друг? Дружище. Дружище. О, я бы тебя сломала свое это. Господи. Пошли. Бери топор тогда. Не лопатой же его бить. Да-да, очень страшно. Нет, тут местный энд, он, простите, какой-то терпило. Назад. Уилсон, догоняй его.
И что? Ты на меня просто рычать захотел? Ну наконец-то. Так, если то, что мы его немного попинали, это поможет Энту? Давайте ему немножко поможем. Вот это. Эй, хватит. Я ж пошутила. И рюкзак возьми. Энт, молодец. Ты чё, Уилсон? Пьяный, что ли? При Энте рубить дерево. Дебилушка. Дебилушка, ты моя родная. Так, что мы скинем? Что мы скинем? Пуговица. Конечно, все очень интересно. Блин, молодец, Энт. Энту респект. Просто лютый. Стоп, у нас место для пуговицы освободилось внезапно. Правильно. Все, Уилсон, теперь не тормозим. Кстати, сможем сделать мясное чучело, наверное. А, нет, нам для этого нужна, господи, шляпа сначала. Так, быстро расследуем местность. Костер, если что, сможем развести. Нет, не сможем. Уилсон. Так, трава вот в том направлении растет. Не понос, так золотуха. Быстрее. Так, идем. Заткнись и беги. Бога ради. Трава. Так, нам на костер, по-моему, две штуки надо. Зерной камень, может быть, а теперь, когда этого психа нету, разведем еще один лагерный. Потерпи немного. Блин, на лагерный нам, да, дофига надо собирать. Сейчас, наверное, разведем временку. Да, Уилсон совсем окоченеет. Все понятно. Разводи. Так. Ягоды пока не трогай. Я не очень поняла, куда делись тефтили. Я все не могла съесть их. Что, выкинула? Блин. Уилсон, можешь топить хороший костер. У нас тут пока топлива хватает. Нагрей свое яйцо по-быстрому. И давай пробежим. Камень хоть соберем. Потом сделаем где-нибудь там внизу еще один костер. Тут, похоже, ничего нету. Нам надо сейчас вверх и по прямой. То можно туда быстро зигзагом. Тыц. Брось. Не отвлекайся на фигню. Молодец. Теперь бежим. Правильно бежим? Правильно. Так. Мы же там ничего не бросили вроде. Стоп, костер может прогореть. Уилсон, где дорога? Отвали.
Настолько не до тебя сейчас. Ой, ж я дура такая. Так, от камня это было где-то. Блин. Вот. Господи, как хорошо, что мы много накидали туда. Чё, птичка? У нас тут кролик живой сидит. Мозги опять плавятся. И где-то внизу должен быть переход. Да, нужно сделать хорошие еды. Блин, как же мы потеряли эти тефтели, а? И что ли вывалились из рюкзака, когда мы броню надели? Ну ладно, уж мы не будем по лесу бегать искать их. Надо будет заготовить хорошие еды, сделать этот спальный мешок, и там уже не надо вести себя до безумия. Опять полнолуние. Пройти, и если оно так, если здоровый сон так хорошо восстанавливает психику, быстро там все это сделаем и пробежим. Здесь вроде нас уже ничего не держит, хотя, в принципе, переход может быть и вот тут. Тут вряд ли, тут тоже. Так, Уилсон, нам нужно будет сначала взять камень, потому что травы у нас больше нету, а если понадобится развести костер, на лагерный как раз вот только камень и бревна нужно. Терпи, это всего лишь кошмары. Так, кстати, а мясное чучело? А, мы не делали в этот раз, блин. Все, круто, молодцы. Так, траву. Уже съешь морковь. Все, так. Теперь быстро добываем камень и... Ой, даже добывать не надо. Нам все равно еще нужна одна штука. Нужна одна штука. Рви, факелы тоже лишними не будут. Тогда вот мы идем к нему. Такой гриб. Синий. Синий, по-моему, тоже от безумия лечит. Выбрось селитру, Уилсон. Ты же не Андерс, тебе ничего взрывать не надо. Так. Бери радио. Где радио? Радио. Ладно, добудь. Скорее всего, нам надо идти направо. Так, радио. Ага, другой берег, вот оно. Так, ну и чем порадуешь граница? Может, ничем, а? Может, ну его. Ну его, эти обелиски. Так, отлично. Тут живут гончие. Плохо. Все, понятно. Значит так, Уилсон.
тебя факел есть с собой? Нету. Ладно. Идем сейчас обратно. Запасаемся жратвой. Или давай... Нет, не надо. Делаем себе, господи, этих кроликов, наушники. Делаем спальный мешок. Делаем все, что можно. Надо найти сейчас одинокие деревья, подпалить их. Так, траву рви, она там нам и на веревке нужна. Еще на что-то. Так, наверное, кольцо прихватим с собой сейчас, потому что мало ли, когда мы туда вернемся в следующий раз. Кстати, если мне понадобится срочно сойти с ума, у меня же тут целое кладбище, я могу начать его раскапывать. Одна могила — это минус 10. Поедем очень быстро, при желании. Может быть, даже на пару дней тут задержимся, я цветы пособираю. Кролики половятся, так. Ой-ой-ой, далеко. Далеко мы. Ай, беги по прямой. Красивая статуя. Хотя, конечно, очень с претензией. Все, Уилсон. Грейся, сколько влезет. Утром сделаем ловушки для кроликов. Сейчас мы... Так, понятно. У нас еще джем. Так, спокойно. В общем, я поняла, чем мы будем заниматься в ближайшие 2 дня. Так, а тут почему никто не ловится? А? Блин, кролики не вовремя. Пойти цветы, что ли, быстро найти. Нагрей яйцо. Кстати, можно сейчас и проэкспериментировать с этим спальным мешком. Все? Ты доволен? Я отлично помню, что я цветы не рвала, а оставляла. Только где я их оставляла, вопрос. Так, это не помогло. Ищем еще цветы. Морковь тоже не поможет, на самом деле. Так, давай. Господи. Давно со мной такое... Он никак не расколдуется. Угу. Но нам же нужно еще про запас немного. Блин, фигово быть психом. Нам до утра, я надеюсь, хватит. Уилсон. Так, еще сейчас мы забацаем бульон. Точнее, этот мясной суп. Брось пока. Это... А, это ты сможешь, если наберем, сможешь носить их. Так, а сейчас нам нужно срочно что-то съесть. А, это нам и повышает сразу, в смысле, и вот это кайф.
Так, брось, и теперь, пожалуйста, забацай нам супчика две штуки. Так, кроличьи наушники. Пока что сними их. Мясо из сушилки. Посмотрим, что он нам дает. Так, Гэри. Хорошо, что добрая еда тоже восстанавливает здоровье. Было бы печально. У нас еще что-нибудь есть? Какие-нибудь ингредиенты? Нет, так, а, кольцо. Кольцо хотела взять. Так, вместо глаза, вместо шишек. Пуговицы пусть тоже тут лежат. Так это все нам потенциально пригодится. Что еще можно скинуть? Да, в общем, и все. Так, этих кроликов мы сейчас затушим. Криво поставила, ну ладно. Угу. Еще один желающий там. Подожди. Блин, Уилсон. Ударил. Нам нужно, подожди, а, спальник, подожди, спальник, спальник, куда он исчез? Так, одна веревка, окей, одна веревка, теперь спальник, ну-ка, 111, а, 111, 126, круто. Так, у нас еще эти в теле сейчас будут. Если Уилсон не будет тупить так жестко. Можем, кстати, еще одну ловушку где-нибудь тут поставить. Прямо между ними. Коварно. Коварно, но в такое время. Так, так, так. Где? Где они были? Молодец. Я сейчас кого-нибудь из вас загоню двоих. Угу. Так работают про... Нет, не так, Уилсон. Угу. Извини, кролик, но... Кролик. Но от меня так просто... не уходят. Это плохо. Все-таки не надо за двумя зайцами бегать. Хорошо, что у нас всегда много желающих покормить меня. Уилсон. Ты... Отлично, у нас будет супер сытная похлебка. Так, 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 как надо это все. Пусть у нас будет тут
Жратва, прости, Господи, за это слово. Так. Так. А что еще туда можно кинуть? Ну ладно, пусть так будет. У того у нас только одно свободное место. Что несколько печально. Ладно, первым съедим вяленое мясо. Так что давай посадим лес, немного его порубим. А нет, зачем? Я же посажу сейчас. Так, а давай, кстати, пока вечер, глянем вот цветы. То как бы нам с ума не сойти. Ага, у вас яйца уже протухли, да? Ошибись. Ошибись, вы родители. Не будем собирать, вот запомним, что вот эта часть, на ней растут цветы, если что. Их еще два. Все, теперь Уилсон на первой космической в лагерь. Да, Уилсон, ну ты что ж ты такой, Уилсон? Нифига себе, подхватили одно единственное целое яйцо. Молодцы. Вы понимаете, что надо защищать. Ты, Уилсон, поработаешь сейчас топором. Вот у нас как раз деревья большие выросли. Замечательно. И луна пошла на убыль. Кстати, а нам-то сейчас нужно... Ой, я чуть не забыла, зря мы грохнули этого зайца. Нам же сейчас нужно будет сделать еще наушники. Ладно, надеюсь, они быстро поймаются, ты это пока пожарь. Съешь, и давай глянем, сколько вяленка восстанавливает. 57. Ну, не особо, но все равно спасибо. Так. Давай, пока утро не настало, рубим дерево. В принципе, пару шишек можно с собой захватить, если нам придется там лес разводить. Теперь помни, ждем, пока поймаются кролики. Две штуки. И сразу бежим. Кролики сейчас очень нужно, чтобы вы не упорствовали. К слову.
Маффин, кролики, вы не вовремя решили сопротивление устроить и борьбу с системой. О, боже. Кролики, правда? Вот именно сейчас, когда я... Ну, вас в задницу. Пока родите, я уже... Или... Нет. Нет. Все, решили, значит, бежим. Выходи на дорогу и ускоряйся. Встретим моржа. Сразу достаем наш ледяной жезл. И показываем, кто тут хозяин в ледяных пустошах. Потерпишь. Ты вечно дорогу теряешь. Что с тобой не так? Так нет, туда нам не надо. Подожди. Вот это сейчас сольется с основной. Вот. Вижу. Отлично, нам до самого ее конца и еще немножко. Ой, мать моя женщина, почему их так много? Вот куда надо было циклопа вести. Там звук меняется, отлично. Это хорошо, Лоса. Главное не влететь на моржа. Могу, это самый большой страх в этой игре. Ягоды тоже съешь. Отлично, можно нас поздравить. Теперь нам нужно искать. Так, надевай. Меховые наушники, где наши? Где наши меховые наушники, Уилсон? Ты идиот, ты их оставил там? Приветик, вы не размножаетесь, хоть я надеюсь. Секунду, подождите, мне нужно найти место для костра. Где-то будет переход. Душа моя, потерпи. Так, стоп. Или на другую сторону. Все, я поняла. Все. Все хорошо. Теперь, правда, опять нету камней. Где-нибудь были камни, только в начале. Так. Я видела, там есть другой берег. Значит, что скоро мы, очевидно, столкнемся с обелисками. Так, а свет куда ведет? В ту же сторону, отлично. Значит, туда и пойдем.
Сейчас пока можем, а тут... Нет, шишки пока не сажай. Пробежимся здесь, мало ли. Я, конечно, уверена, что нужно идти на север, но мало ли. Может быть, тут несколько перешейков, правильно? Сын меня материт, наверное, сейчас. Если что, делаем факел сразу. А нет, успеем, хорошо. Ну это ж надо забыть зайцев. Отстань. Я в печали. Ты больной, что ли? Так, а ну-ка, за ночь, насколько она понижается? Давайте посчитаем, 112. Это отнимает, по-моему, 75 сытости. Нет, я думала, что за ночь где-то очков на 20, может быть, понизится, не больше. Дилемма. Так, ну, перешеек будем искать уже завтра, а пока что... Спасибо, что были с нами в ледяных пустошах. И до встречи!